Добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо, спасибо, что вы пришли к нам сегодня. Мы постараемся доставить вам максимум удовольствия. И вы не пожалеете, что вы будете слушать нашу сегодняшнюю музыку. Мы приготовили интересную, красивую программу. Будут специальные гости. Дмитрий Илуктин сегодня представляет клавишную секцию. Thank you.
композиция называется «Тато», специально для нее будет принесен этот музыкальный инструмент. Это «Chimes». Он создает неповторимый такой колорит. И сейчас будет премьера, мы сделали совершенно новую композицию. Она также будет входить в нашу пластинку. Называется «Enjoy». Thank you.
Enjoy. Также скоро выйдет пластинка, и она будет присутствовать. Соло на гитаре сыграл Леонид Берзович. Также у нас сегодня Петр Ившин, ударный. Алексей Заволокин создает неповторимую ритмическую басовую линию. И наша программа называется «Самба дождя». Еще одна пьеса авторская. Дмитрий Илугдин. Клавишные! Понимаете, вот если сам о себе не скажешь, могут забыть. Ну, я Дмитрия всегда представляю. Он подсказывает. Я ему поручил выполнять роль поддержки. Потому что на сцене, когда стоишь, волнуешься и можешь что-то забыть. Меня зовут Долгопол Александр. Мы всех поздравляем с наступающим праздником Великая Пасха. И наша музыка, она, несомненно, несет такой радостный, хорошую энергетику. Я думаю, вы чувствуете ее. Вы чувствуете? Да. И мы продолжаем. Композиция называется «Самба дождя».
Samba d'Ajda. Ну, с авторскими пьесами на сегодняшний вечер практически покончено. И мы решили взять какую-то известную композицию, которую знают все. Это очень большая ответственность, потому что, когда ее знают все, нужно... Дмитрий не знает. Так ребята отказываются. Лёнь, ты тоже не знаешь, да? И он написал Стиви Вандер, называется «Overjoyed». Вы можете с нами хлопать, чтобы нас поддержать. Нам нужен технический рисунок, мы не сможем без вас. Давайте вместе. Thank you.
Ну, мы старались. Свою версию. Все-таки вот шедевры, как написано, их трудно испортить. И мы продолжаем еще одним фактически шедевром из репертуара известного саксофониста Дэйв Косс. Композиция называется «You Make Me Smile». Здесь тоже нужно хлопать. Вот так. One, two. Thank you.
ekipa! Sad nam izvesti kompozice. Ja predstavljam našim muzikantom Dmitri Ilupdin, klavišmejer. Aleksej Zavalokin, bas-gitara. Леонид Берзович, гитара. Петр Ившин, сердце. Ударные Александр Габолый, саксофон. И в завершение первого отделения у нас сюрприз. Специально приглашенный гость, мой друг, его зовут Сослан Кулумбеков, участник первого проекта «Голос» на канале ОРТ. Он споет песню и скажет. Сослан Кулумбеков. Thank you.
Александр Долгополый. Спасибо. Сослав Кулабеков. Специальный гость. Дмитрий Лугин. Клавишные. Алексей Заволокин. Бас-гитара. Леонид Берзович. Гитара. Петр Ившин. Ударные. Александр Долгополый. Саксофон. Дорогие друзья, у нас небольшой перерыв. Здесь замечательный бар. Знаете, я хочу открыть вам секрет. И если вы к нему подойдете, то, возможно, на следующем отделении наш оркестр будет звучать намного лучше. Добрый вечер еще раз, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу праздничную программу, посвященную 8 марта. Девушки, сегодня программа вся посвящена вам, потому что вы наше вдохновение. И наш самый главный специалист в области душевных чувств — Алексей Заволокин, бас-гитара. Я хочу пригласить на сцену своего друга, человека, который принимал участие в записи моего альбома, пластинки, и он в этой композиции сыграл совершенно шедевральное, потрясающее соло, мне очень нравится. Его зовут Дмитрий Госачинский, он будет играть на клавишах. Пьеса называется «Бразилия Босса». Thank you.
Спасибо! Дмитрий Косачинский, специальный гость. Клавишный, снова приглашаю Дмитрия Лугдина. И мы сделали еще одну известную, скажем так, нам мы сделали переложение в инструментальное с вокального. Эту композицию пела и Уитни Хьюстон, и Джордж Майкл, и изначально она была сыграна группой Isley Brothers, еще Isley, Алексей, специалист, подсказывает, еще, наверное, 80-е годы, и сейчас играем ее мы, называется For the Love of You.
гостья. Спасибо. И мы приглашаем нашу специальную гостью. Ее зовут Ксения Коломбацкая. Очаровательная. Она будет сегодня петь. И я подозреваю, что первая песня будет... Бразды правления отдаются ей. Нет, сегодня бразды правления Дмитрию Лугдину, ваши аплодисменты. Честно признаюсь, один из моих любимых пианистов, потому что этот человек в совершенстве владеет этим инструментом и разными. Этим инструментом это называется клавишные. Да, Дима. Саша ушел. Все же. Хорошо. Да, и немного хочу сказать про Александра Довгополова. У нас уже было 2 совместных концерта, это третий. За это время мы успели очень сдружиться с Александром и со всеми музыкантами. Сегодня выяснилось, что про Петра деталь, ну все же. Я не буду всех карт раскрывать попозже, то вы сейчас все узнаете от меня и уйдете, песен не будете слушать. Да, песня первая называется «Lemon Tree» и песня про пустые обещания, про то, что кто-то, когда-то, неважно какого пола, наобещал вам кучу всего, а проснувшись утром, вы увидели вот лимонное дерево. Мы сейчас исполним ее в нашей интерпретации. Thank you.
The sun.
Ксения Коновацкая. Открою вам секреты. Это даже не наш кавер. Саша, дорогая Ксения, опять ты все рассказываешь. Да, если вы его вдруг захотите услышать, мы, конечно, выложим в нашу инструментальную. Дорогие друзья, запись этого концерта будет полностью выложена в YouTube. Это я вам обещаю. Я открою вам секрет. Ксения является автором, композитором собственных песен. И сегодня она принесла с собой две свои замечательные, красивые песни. Почему не объясниться, знаю опять.
А сейчас, на самом деле, еще один сюрприз. По просьбе Саши. Мы не планировали этого, она хотела уже закончить свое выступление, но я думаю, что мы продолжим, и она продемонстрирует свои возможности владения инструментом с белыми и черными клавишами. Владение инструментом громко сказано. Thank you.
Спасибо. Ксения Коломбатская. Александр Коломбатский. Украшение нашего вечера. Ксения Коломбатская. Мы приглашаем наших дорогих музыкантов. Они позволяют так насладиться аплодисментами. И мы приготовили для всех замечательных девушек там, дорогие друзья, мы для вас приготовили этот музыкальный подарок. Пьеса называется «Небеса». Thank you.
Девушки, это для вас. Вы оценили, как мы сыграли? Дмитрий Лугер, клавишные. Дорогие друзья, сейчас у нас сегодня концерт «Сплошные сюрпризы». Вот этот человек сейчас точно, он не знает, что я сейчас его назову. Его зовут Евгений Ревнюк. Я приветствую. Клавишник, композитор, аранжировщик. Мы с ним долгое время начинали, долгое время играли. И он также принимал участие в записи моих композиций. И «Pick up the pieces». Дорогие друзья, все приглашаются наши музыканты. Давайте поприветствуем Евгений Ревнюк! Ну, он просто так придет, будет сидеть за столом, да? Свой сет, он возит с собой рэки, мозги такие специальные, клавишные оборудования. Здесь все совершенно по-другому. Thank you.
Лукин, ударные. Леонид Терзович, гитара. Алексей Заволокин, бас-гитара. Специальный гость, Евгений Ревнюк, клавишные. Дмитрий Илугдин, клавишные. Он в зале сидит. Ксения Коломбацкая, наша специальная гостья. А также Дмитрий Косачинский, у барной стойки. Замечательный соло бразильского босса Сослан Кулумбеков. Также. И меня зовут Рукопол Александр. Спасибо вам, что вы пришли. С наступающими вас праздниками. 1 мая, 9 и светлым Христовым воскресеньем Пасхой. Приходите на концерты. Ждем вас. Всего вам самого лучшего. До новых встреч.